нами стоят задачи по импортозамещению, а скорее по импортовытеснению, по технологическому суверенитету. Этот чемпионат – это шаг в будущее нашей российской промышленности. Добро пожаловать в будущее! Хай-тек – это зеркало промышленности Российской Федерации. Что такое сильный хай-тек? Нам кажется, что это три вещи. Это честная игра, это профессиональное единство и работа на совесть. Сегодня в текущих реалиях мы видим особенную необходимость поддержки специалистов рабочих и инженерных специальностей. Мы понимаем, что именно от них зависит результат нашего общего дела, то есть выход на новый уровень промышленного и технологического развития страны. Конкурсанты международного чемпионата высокотехнологичных профессий хай-тек. Клянемся соревноваться честно, добросовестно и с уважением к окружающим.